Всем привет! Сегодня у нас будет сравнение дальномеров Makita и китайского дальномера с сайта AliExpress. Дальномер Makita в этой модели является одним из самых бюджетных во всей линейке макитовских дальномеров. То есть его розничная цена, даже не розничная, в интернет-магазине там 5-5,5 тысяч. Вот этого китайца цена, ну конкретно вот этого 1600. Если бы он был бы на 40 метров, его цена была бы 1200. Ну сейчас мы попытаемся сравнить и посмотреть, в чем же разница. Может, этот хуже показывает или еще что-то. Ну теперь давайте посмотрим их поближе. По размеру они практически одинаковые. По функционалу они тоже идентичны. То есть делают все одинаковые вещи. Вот китаец Makita. То есть измеряют расстояние, квадратуру, кубатуру и так далее. И Makita то же самое. Также это все можно умножать. Есть память, то есть запоминают показания. Комплектуются они вот такими вот чехлами. Сейчас сравним показатели. Вот я их на коробке здесь установил. И будем стрелять вот в эту дверь. Включаем. Ну теперь стреляем. 14-108. Я не стал возвращаться с такими с детальными показаниями, чтобы там что-то измерять. То считаю, в этом нет смысла. Этот стоит 5,5 рублей, этот 1600. Есть тут аналогичный, если бы он был бы 40 метров, он бы стоил 1200. Показывают они одинаково. Я вот этот прибор продаю уже, ну, больше года. Это в ноябре прошлого года я их стал заказывать с Алиэкспресса и продавать в магазин. Почем я их продаю, говорить не буду, то вы сейчас меня тут барыгу сделаете. Вот. Ну, как бы всем кушать хочется. Ну, честно вам, друзья, скажу. Если кто-то хочет там купить на подарок, или занимается стройкой там, или делает ремонт. Вот это такая вот прикольная вещь. Она очень сильно облегчает задачи. То есть можно замерить стяжку, там, посчитать, сколько обоев на стену нужно, там, или штукатурку, сколько там выполнили рабочие. То есть очень такая вот нужная вещь. Тем, кому понравилось, подписывайтесь на канал. Да, и ссылка еще будет в описании, где я его покупал. Пока!